Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатываю денежку. И до этого, до сегодняшнего дня, я выводила в биткоин сатошах. А сегодня сделала, друзья, пробный вывод на Pair. Называется LikeGPT. Этот бокс от создателей вот этого вот бокса Litecoin ADS, друзья. Здесь я собираю литоши, да и многие тоже собирают литоши. Как бы, ну, поняли, да, грузит у меня. Немного подгружает. Давайте я вам покажу вывод. Значит, переходим на вывод средств. У меня на балансе было 57 центов. В настройках я прописала Pair-код и поставила их на вывод. Они взяли комиссию после того, когда я их вывела. Вот. У меня загорелась зелененьким, здесь появилась вкладочка, что вывод поступит после одобрения модератора. Одобрение шло у меня, ну, где-то на глаз так 7-10 минут. Ну, не больше 10 минут. Очень быстро вывод пришел. Значит, вывод обрабатывается вручную. Вот история. И сейчас я вам покажу все. Вот я выводила 57, но здесь почему-то 56. Они взяли комиссию. Вот. 2.08. Вот. 0.56. Pair. До этого я выводила на Faucet Pay. Готовые. Идем на Pair. И вот мой вывод. 2 августа. 2020 год. Перевод выполнен 0.55. Значит, они взяли комиссию. Pair взял комиссию. У меня 57 центов было. И в итоге 55 центов. И комментарий. Вывод от букса LikeGPT. Все замечательно. Букс платит. Букс, хочу сказать, суперский. Вот. Ну и без вложений, друзья, биткоин сатошков, считай, минималки нет, можно, конечно, работать. Это все, что я хотела вам показать. Всем удачи. Спасибо за внимание. До новых встреч.